Итак, какой-то месяц на дворе, 27-й, да? Еще эта зима вечная, мерзлота, так все грустно. Ну давайте сегодня не об этом, давайте поговорим на более важные темы. По типу, когда я собираюсь возвращаться на канал, что будет дальше и прочее, прочее, прочее. Но перед началом ролика советую подписаться на канал Крема. Этот человек настолько сигма, что держится уже 2 месяца без рекламы, которую я ему обещал еще 2 месяца назад. А он мне за нее заплатил, видите? Вот это я мразь, конечно. Ладно, ладно, слово я держу, я, конечно, еще тот хуйсос, но слово я свое держу. Данзай ГД, хоть с припиской ГД, но снимаю в основном папка. Также он еще проходит Undertale, ну и периодически тоже снимает ГД. Сейчас у него довольно сильно упала активность выпуска роликов, потому что у чувака тупо пропала мотивация снимать видео, так как они стали набирать очень мало просмотров. Поэтому советую перейти на канал, посмотреть ролик, подписаться на канал и написать ему пару приятных слов. И Данзай, прости, что задерживал рекламу, реально раньше не мог. А сейчас давайте перейдем к основной части ролика. Да, очень тонко, очень. Мало кто поймет, что это реклама моего телеграм-канала. Здесь я в особом ничего и полезного не упускаю, конечно, но иногда выходят вот такие смешные видосики. Помимо этого, в Телеграме будут выходить анонсы стримов и роликов, если они, конечно, будут, а они будут. Поэтому переходим по ссылке в описании, подписываемся. Во-первых, что с качеством, заранее говорю, я теперь сам записываю шоу-кейсы, потому что, ну, камон, 13 тысяч подписчиков, может уже хватит тырить шоу-кейсы у других ютуберов. Да, в них есть мыло, в них плохое качество, но зато они чисто мои, чисто стопроцентный мой контент, ну, не считая музыки, конечно. Этот видос будет около лайв-формата, я тут сижу с кружкой чая, чисто такой на расслабоне. Я тоже вам советую взять чего-нибудь попить, потому что видос будет довольно длинный, как мне кажется. Безусловно, в моих роликах не будет каких-то мега-экстрим-демонов или какого-то супер-экшона, потому что прохожу их без какого-либо мега-хака и так далее. Так как я потерял свой Steam-аккаунт, забыл все пароли, и моя ГД теперь опять пиратская, не покупная. Блин, я просрал 25 рублей, грустно. Ну ладно, хоть там было всего 30 часов. Что могу сказать насчет стримов? Стримы обязательно будут. Как все раньше, круто все будет, отвечаю. Возможно, я не сразу восстановлюсь на стримы, но рано или поздно продолжу стримить. Также у меня появилась цель добить 14 тысяч подписчиков до 10 июня, там кое-что будет интересное, позже узнаете. Глупо, конечно, простите вас в подписке, когда пропадал на канале 3 месяца, но прошу, пожалуйста, подпишитесь, блядь. А теперь, возможно, главный вопрос, где я пропадал эти 3 месяца? Дома, блядь. Но если быть честным, я пропадал просто где-то у себя в голове, что-то в себе искал, думал даже перейти на новый канал в какой-то момент, но потом все-таки передумал. Поэтому этот канал теперь является моим основным, да, все дела, как обычно, все круто. Единственное, что не круто, что за эти самые 3 месяца я почти что ни разу не заходил в ГД. И наверняка тут поменялось столько всего, то что когда я запущу стрим, мне просто сок все расскажет, что я такой типа, а я тут впервые, лол. Я до сих пор не прошел все уровни за Тауэр, я до сих пор так и не смог пройти Дэш. Я до сих пор не знаю актуальные приколы для ГД сейчас. То есть, допустим, что сейчас актуально в геометрии Dash. Можете, кстати, написать в комментарии, заодно просветлите меня, за это большое спасибо вам будет. Что поменялось в моем профиле ГД? Я сменил вот этот самолетик на вот этот, так как он кажется мне более удобным, возможно, в будущем поменяю обратно. Ну и, в принципе, связанное с ГД, мне больше-то ничего в жизни не происходило за эти 3 месяца. Быть, если точнее, то все эти 3 месяца я просто отдыхал от канала. Да, такое бывает. Сейчас постараюсь выпускать хотя бы 1 ролик в неделю, по возможности, конечно. Ну и не пропадать больше, чем на месяц. Спасибо, кто выслушал мою нытье, и всем пока.